Sandwich. C'è pollo, però non puoi dire. Non puoi tutte spogliare qua. Non c'è. Noi ci paghiamo. Walmart. Non copiare il biglietto? No. Quanto? Insistono. На Грейхаунд. Такие живете в кадр вообще. Всегда. В этот раз мы едем на новом автобусе. Там. Да? Едем на автобусе? Автобус едем. И мы едем. Давай, кусай. Будешь кусать сэндвич? Ну не буду я снимать, как вы едите. Извините, конечно. Вот. Все? Где-то 16 часов до Атланты. Мы проехали 5 часов. Сейчас 8 часов утра, практически доехали до Нового Орлеана. Вот. Поэтому едем. Все хорошо. Вот мы с Максиком вышли немножко прогуляться, да. Остановка. Недалеко от Нового Орлеана. Небольшой городок. Тоже отдельная остановка. Да? Ты на автобусе катаешься? Максу нравится, да? Это новый автобус Грейхаунда. Они сами делают автобусы. Я помню, посмотрел. Как он выглядит. Да. Все новенькое. Один. Автобусы называются Prevost. Prevost. Ну что, вот такой вот. Да? Да? Много зелени, большие деревья уже. Мы уже выехали из Техаса. И прям все растет ввысь. Это штат. Не помню, как называется. Новорлеан Спорт. Да. На побережье стоит. Мексиканского залива. Ты можешь сесть сюда? А я тут уже нагрел. Вот, раз. Хотел. Много зеленой травки и домики. Среди леса. Это уже более зеленое что. Да, едешь в лес, раз дома. Луизиан называется. Вон домики среди леса, видишь? Прям уж вообще так похоже на российские просторы, хотя это, ну, юг Америки, это Новый Орлеан, Мексиканский залив, а тут такая растительность, как в средней полосе России. Мы заехали на мостик, вот такой вид открывается, лес такой, речка. Лес старый, сосны. Прикольно. Природа похожа на российскую. Много зелени. Классно. Речные просторы. На лодках катаются. Прибрежно-океаническая зона. В Луизиане и Миссисипи. Или Миссури, как он штат называется. Сейчас переехали. Очень много рек.
Именно стул обязательно, обязательно, это надо завтра. Я это поняла, потому что люди... Ну что, сейчас уже ощущаешься, что ты умеешь? Да?